Общество святителя Иосафа приглашает детей и молодежь до 24 лет с ограниченными возможностями здоровья стать участниками третьего кинофестиваля «Волшебный фонарь». Он пройдет 29-30 ноября в Санкт-Петербурге. В программе кинофестиваля будут не только стандартные церемонии открытия, просмотра фильмов и награждения, но и насыщенная культурно-развлекательная часть, где дети и взрослые смогут посмеяться и поделиться друг с другом своим хорошим настроением. А еще в рамках кинофестиваля ведущие режиссеры проведут интересные мастер-классы по созданию фильмов с детьми. Мероприятия кинофестиваля пройдут на разных площадках. 29 ноября 10:00, 16:00 актовый и спортивные залы центра «Динамика», Санкт-Петербург, улица Курлянская, 29А. 30 ноября 12:00, 16:00 творческое пространство рядом с морем, Санкт-Петербург, Морская набережная, 17.